Я думаю, что та информация, которую я сейчас озвучу, может быть очень важной для некоторых из вас. Но касается она меня и моих решений. Я понимаю, что я очень ленивый человек. Я застоялся на пути. Я слишком стал квочкой со своими учениками. Да, некоторые, кто посмелее, кто побыстрее, получили преференции в виде постоянного общения со мной личного. Но я принял решение двигаться дальше. Меня ждет путь. Меня ждут большие перемены. Я делаю следующий шаг. Я не ухожу от вас. Меня станет меньше. Для некоторых из вас. Для тех, кто привык, что я всегда рядом. И каждую неделю вы меня видите лично. Моя жизнь должна измениться. Я буду находиться физически в движении практически постоянно. Тем не менее, я остаюсь у каждого из вас. Что это обозначает? Новый этап. Новый этап планеты, новый этап страны, новый мой личный этап. Мы будем работать по-иному. Те, кому я нужен, всегда будут со мной. Ну, а те, кому я не нужен, меня у них нет. Но я отправляюсь в путь. Без этой палки она просто здесь стояла. Я иду дальше. Это обозначает для каждого из нас большую эффективность в применении знаний и умений, в применении мастерства. Каждый из нас несет ответственность за полученное знание, умение и мастерство. Да, я буду продолжать проводить семинары. Их, может быть, даже станет больше. Я вам скажу, что первые проведенные семинары в горах показали их исключительную эффективность, уникальность. Это очень круто. Я буду проводить семинары в горах, когда вы будете собираться в группы. Личная ответственность каждого. Не быть роялем в кустах, а вопить о помощи, о том, что необходимо поделиться знаниями, умениями, техниками. Да, я буду лишь объявлять о том, что я готов провести семинары. Я готов проводить семинары. Я буду дальше сопровождать группы по местам силы. Но это будут несколько иного характера поездки. Скорее всего, они будут более локальными. Скорее всего, они будут более эффективными и насыщенными с точки зрения духовной работы. Да, будут оставаться среды, но большую из них часть я буду проводить в Skype уже в ближайшее время. Да, я буду набирать учеников, я приглашаю.
Да, я буду некоторых из вас вести индивидуально. Да, я буду продолжать личный прием. Да, некоторых из вас я буду вести лично и помогать в вопросах, связанных со здоровьем, личных вопросах, вопросах бизнеса. Я буду продолжать это делать. Но это будет по-иному. И куда заведет меня этот путь? Я не думаю, что сейчас эта информация должна стать публичной. Но я иду. И мы меняемся. Меняетесь вы, и изменился.